назначить 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гриценко, текст приговора ясен, понятен вам? Конечно, ясен. Как жили при коммунистах, так и остались. Ничего нового не придумали. Не придумали. Хорошо. А вы, молодые, учитесь на наших судьбах. Может, когда-нибудь повзрослеете. И закон заработает все-таки. Дайте мне. Не знаю.